Приветствую, выжившие! Всем привет! Вы на канале Дед Сергей, и сегодня я покажу вам, как включить в Dying Light вид от третьего лица. Изначально мы играем от первого, и включить такой вид нельзя, поэтому нам с тобой нужно скачать и активировать консоль разработчика. Поехали! Чтобы активировать консоль разработчика, нам нужно скачать консоль разработчика. Переходим на сайт, ссылка под видео, скачиваем. Соответственно, перед этим регистрируемся, здесь ничего нового. Я уже скачал, давайте переходим в корневую папку игры. Steam, Dying Light, вторая кнопка мыши, управление, посмотреть локальные файлы. Вот они, вот то, что мы скачали. Заходим. Папка HP, давайте здесь тоже зайдем в папку HP. Так, у нас тут Work. Начнем давайте с Work. Открываем все одинаково. Так, bin 64. Кстати говоря, заранее рекомендую сделать резервную копию, то есть свойства переходим. Локальные файлы, создать резервную копию. Либо же можете создать прямо таки здесь все резервные копии и просто переименовать папки. Или же можно сделать как я. Я ленивый, мне неохота ничего делать, поэтому я скачал все как есть. А потом, когда мне надоело играть, я просто нажал на локальные файлы проверить целостность игровых файлов. Игра проверяет, находит наши файлы, заменяет их, и консоль будет больше недоступна. Итак, вот эти два новых файла вставляем вот сюда. Естественно, заменяем. Готово, выходим отсюда, идем в папку Source. Тут всего один документ. Так, здесь тоже выходим. Source. И прямо вот сюда все перетаскиваем. Все есть. Давайте зайдем в игру и посмотрим, получилось или нет. Давайте выйдем на улицу и посмотрим, как работает эта консоль непосредственно здесь. То есть мы с вами все скачали, установили. Нажимаем Escape, появляется вот такое вот меню разработчиков. Почему-то оно очень сильно смещено наверх. Ну да ладно, здесь можно ковырять, делать все, что хочешь, но будь осторожнее. Ведь ты можешь просто-напросто сломать игру. Итак, смотри, Player. Вот, нас интересует вот это. Use TPP Viz. Включить. Отлично. А вот тебе и персонаж от третьего лица. Вообще прикольно, но тут знаешь, в чем дело, сразу скажу. То, что разработчики не предполагали то, что ты будешь играть от этого вида. И, допустим, те же самые текстуры ты будешь видеть вот так. То есть это выглядит как-то реально блевотно местами. По боевке, конечно же, весело на самом деле. Как будто даже, знаешь, быстрее двигаешься. То есть, по-моему, стало легче. Но опять же, тут все сугубо индивидуально. Вот на автобус он тупо почему-то не лезет. Вот залез. Короче, дело такое. На любителя проходить игру так, наверное, мы с тобой не будем. А может быть и будем. Опять же, если мы с тобой помрем, то нужно будет переключать этот вид заново. Смотрите, мы умерли, мы возродились, и у нас вид какой-то 50 на 50. То есть есть силуэт игрока от третьего лица, но мы как бы от первого. Интересно, давайте выйдем на улицу. Да, у нас какой-то странный баг. Ну, а чего, собственно, удивляться? Этого в игре быть не должно. То есть, опять, если умерли, Escape, Player, TPP отключить и опять включить. Все, бегайте, наслаждайтесь. Если видео понравилось, пригодилось, то поставьте лайк. Если нравится канал, то подпишитесь на канал. Ну и все, друзья. Всем пока-пока.